Здравствуйте, мы сегодня снова в гостях в приюте «Лесная сказка». Зашли в гости кошечкам. Они, да, сегодня у нас 30 октября. Но за это время тут поменялось, тут появились веселые картинки на стенах. Не знаю, кто-то расписывал, но очень талантливый человек. У них тут в домике очень тепло. Тут у них вообще созданы условия. Фантик. Я только его хорошо запомнила. Потому что он такой красивый. Трус. Белорус. Бусинка. Так, сегодня день, когда было полностью закончено строительство. Сделаны навесы с крышами для кошечек. Вот если в окно можно сюда посмотреть. Здесь кошечки будут выходить и летом гулять. Как бы Марина Ивановна очень гостеприимный человек. Все то, что здесь построено, для ее рук дело. Вы тоже можете приехать сюда в гости. Может привезти кошечкам, собачкам какого-нибудь корма, там, еды. Мы были здесь летом, здесь было по-другому. Сейчас все достроено, сейчас здесь в домиках кошечек тепло. Все так обустроено, что можно провести время, да. Не пахнет вроде так сильно какашками, как должно было, как раньше было. Все убирается, здесь работают волонтеры. Тут у кошечек, да, даже часы есть, чтобы они знали, который час. Часы, да? Да, знали, когда придут их кормить. Самый был шикарный Муня у нас. Он 3 раза пытались подстричь его, но он все-таки дался. Он дался, маме все-таки. Хороший. А их постригли, потому что они... Очень сильно скатаралась шерсть. Мы расчесывали, а оно там опять. И мы решили, что давайте пусть новенькая отрастет, и они будут совсем красивые. Ой, какой у меня мальчик хорошенький. Да, скажи. Я, конечно, не хотел, сопротивлялся, как настоящий мужчина, но, скажи, женщины одолели меня. К удивлению, у нас Моника была вообще. Наверное, ее, когда она была дома, наверное, ее стригли или что-то, потому что она очень спокойно далась нам подстригаться. Да, Татьяна? Да? В любое время приезжайте. Да. Мы все ждем подарки, Таня, ничего не знаем. А любые, что ваша говядина? Говядина — это вы обязаны нам возить. Нам еще что-нибудь надо, нечего смеяться. У нас праздник. Можете крупы, еще что-нибудь. У нас праздник, побольше, пожалуйста. К нам внимание. Один раз такой праздник. Может, еще 1 000 000 не хватает приюта, хотим расшириться. Да всего-то 1 000 000, что-то. Да ну, зачем самим-то? Главное, животное. Сами-то ладно. Танечка, звонят. Что есть, то и привози. Ага, без разницы. Давай, дорогая. А это еще кто-то нарисовал, да? Да, это СГМУ. Вот они нам рисуют, помогают. Вот. Девочки и мальчики из СГМУ нарисовали. Да, да. Они ездят. Они разрисовали весь приют, там большое здание. Все везде. Будут заборы рисовать, будут все домики рисовать. Им на целый год тут хватит работы. Им хватит работы на целый год. Прикольно так, да. Очень даже. У нас еще было туго с красками, они же дорогие, денег не хватало, но я заняла. Купили сейчас, на один раз еще приедут, хватит, потом опять надо. В общем, ну дорого. Ну ничего, зато детям-то как весело. Да-да, Аня, слушаем. Да, мы есть, мы тебя ждем. Но как можно проспать в такой день, я вообще не понимаю. У нас никогда не поздно. Нам подарки нужны, понимаешь? Ты-то ладно, ты подарки главное. А у вас, получается, день рождения этого заведения? Или... День рождения заведения 19 апреля, как мы сюда первый раз завезли животных.
А сегодня просто отмечаете, что получилось? Новосё, закончилось строить. Всё завершилось, да. Все здания готовы принять животных. Везде электрику добавляем, видите, везде новые лампы у нас, новые обогреватели. Обогреватели во всех домах на территории, у всех собак есть. Все живут как дома. Здесь видели новый навес, то есть надо тоже заработать. У кошек будут вольеры полностью в глухую, будут выходить на улицу гулять, слава богу. Вот этим вот кошечкам, вот этой вот Нюсе особенно. Да, Нюся? Скажи, я такая царевна, прям не знаю. А вы мне тут, скажи, условия не создаете, как я хочу. Хочу гулять. Что мы мечтали, у нас приют домашний. Не уличные холодные вольеры, где они лапки отмораживают, мерзнут, потом болеют. У нас все живут в тепле, с теплыми полами, не дует. У нас кучка, вот кто помогает мне вот это все со строительством, занимать деньги. Берут кредиты на материалы, 5 человек всего. За 3,5 года осилили приют зимний на 120 мест. Если вот такой не зимний, так это 250 мест тут спокойно можно было сделать. Вот рядом участок, дай бог осилим его выкупить, можно будет продлить. Там еще дальше есть участки. Тут главное спасает только гостиница нас кормила с апреля месяца по август. Люди все собирались по своим делам, сборы были маленькие, на корма даже не хватало. Гостиница в этом году с первый год за вот эти 3,5 года она заработала. Она дала реально доход, она кормила приют весь. И плюс мы еще платили, столько рабочих я нанимала. Мы еще платили на эти деньги рабочим, поэтому быстро построились в этом году. Первый год мы радоваться, будем жить в тепле, работать. Получается, сколько уже кошек-то стало? Слушай, вроде 37 было. Я уже запуталась сама с ними, считаю. 37 комочков антистресса. Да, антистресса. Ой-ой-ой, с ними. Дети, это кто? Нюся! Вы, что такое? Нюсенька, давай не будем. Это доминирует у нас Муня. Пожалуйста, 2 хозяина. И Муся, девочка и мальчик. Они все делят территорию, кто из них главный. Нюся не уступает. Вот они опять рядом появились на одной лежанке. Нюся, пойдемте в другое место. Будьте девушкой. Пойдем, доченька. Пойдем. Ты же девочка. Уступи ему, иди сюда. Да ладно, ну его. Пусть он там-то хозяйничает, ты тут. Ты здесь хозяйничай, а ты в этом углу. И все нормально у вас. Все время они делят место. Вместе никак. Подружились бы. 2 таких красавца. 2 командира на 1 комнату. Ну вот Лучик у нас, слава богу, выздоровел. Лучик выздоровел. Да. Лучик самый старый-то, видишь? Из этих-то не знаю. Нет, самый вон Фунтик там самый старый. Был замерзший, привезли с Вербинской дороги. То есть он прогнал все. У него и почки проморожены, и все, и слепой он весь. Он весь больной просто. Но спасибо, пролечили. В клинике пролечили 2 недели. Здесь я его долечивала. И опять он у нас нормально. Ну ничего, 3-й год живет уже. 3 года мы с ним вот воюем. А тут вечно у них какие-то разборки. У них тут жизнь кипит. Скажи, Лучик, я не связываюсь ни с кем. Лучик, Фунтик вот эти, они не связываются. У них вот этот стол они заняли. А бандиты все тот стол делят. Что, мои хорошие ребята мои? Да золотой, что, солнышко? Все, все. Выздоровел опять. Угу. Милочка. Да ладно ругаться-то. Так, домой все. Пропустите нас. Домой. Домой, домой, Амур. Амур, домой. Домой. Мэгги, невозмутимая Мэгги. Мэгги, пожалуйста, входите. Ваше Величество, пожалуйста. Мэгги, пожалуйста, входите. Иди домой. Посохни хоть немножко. Вот эти все домики, все со светом будут, все с обогревателем. Ту сторону уже подсоединили, подключили. Теперь на эту. Вот у нас милый красавец. Привет, любимый. Тут не посмотреть. А мы сейчас его выпустим с этой стороны. А с той покажем его комнату, как он живет. Ну-ну, чудышко. Ага, хорошо, ждем с такими.
живет он. Сделали ему такую комнату, ой, чтобы можно было от него убежать со всех сторон. Вот. И с той стороны, и с той. Потому что работники боятся, кормало ли вот что-то. Меня нет, так они могут хотя бы с одной выпустить, а с другой накормить. Так что это вот для него такие коромы тоже будет светообогреватель. Ну, это все зимние. У нас стены 150 толщина. Как в обычных домах для людей. Полы подняты очень высоко, все теплое. Дом настоящий для животных, носим, да? Для собачек. Ага. Ага. Здесь у нас вот это все приют, комнаты. Вот сейчас. Здесь немного всего. Собак, наверное. Выходите. Ты пойдешь гулять, сынок? Это новенький. Шуня отошла. Вот у них комната. Ну, засранцы. Вы час сидели только. Ну, все уже там. Порядок быстро сделали. Стены, посмотри, как у нас нарисовали все стены. Так все девочки ездят. Альма, Альма. Ну, цветочки тут. Входи. Чарли, тихо. Нельзя трогать. Пуша свои. Пуша. Ну-ка, пусти. Пусти. Пуша свои. Тут одни девочки, один Пушенька с ними. Пуша свои. Свой мальчик, Пуша. Никогда не раки не хотели. Пуша нельзя. Ты зачем напугал его? Привыкай. Это твоя семья. Пуша. Пуша больше хочет. Пуша, он маленький, не надо. Пуша, не играть хотят. Ну, надеюсь, ищут ему семью. Надеюсь, найдут семью малышу. Ой, как хорошо, да, Чарли? Тише, Шуня. Они его боятся. Он лохматый, такого у нас нет. И они его побаиваются. Пуша нельзя. Тише, Пушок. Брося, тише. Пушок, тише. Тише, не бойся. Пушок нельзя. Пушок, туда иди. А ну, давай так лучше. Я боюсь за Пушка просто. Ты, сокровище мое, ты же у мамы самое любимое сокровище. Ты же любимое самое, я знаю. Знаю я, что ты золотой, знаю. Это добрый, хороший мальчик. Улыбающийся ребенок, мама. Тихо, 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 все тихо. Видите, молодой, стыла. Наверное, молодой пес. Видите, он играть все время хочет. Это Джессика. Нельзя! Нельзя! Тихо. Так, и... Ну, они тебя уже все узнают тут. Да, они его все любят. Все переобнимали. Ух, сокровище. Радочка, Эрика. Чарлик, отойди пока. Чарлик, ты еще... Он на них убирает. Эй-эй-эй. Нет, его не заменить. Он уже уходит. Какой-то медвежонок. Шарли, иди сюда. Ну это самое. Так опять силу ведь надо. Поразразить. А сейчас скажите, а вот там у вас скоро собачек там уже в конкретном с той стороны? Да. Там же все приют.
Везде все приют. Все приют. Не только вот эти.